работал, видишь, как едет. Да. Так, МКС, 20 сентября 2020 год, Харьков. Ох, не поймаешь ты. Ох и резво же ты нас. Слышишь, четко так снимаю, пацаны. Да сейчас, ты знаешь, я тебе потом, да, Миша, с его снять, он же недолго будет лететь. А, потом видео, да, включить? Да, ты не успеешь за ним, я его еле улавливаю, так я уже потренировался. Все, ему видно прям хорошо или нет? Вообще видно, вот эти солнечные панели видно, понял? Солнечные панели видно, представляете? Так вот видно сверху, видно какая-то фигня, видно, так вот видно. Ёлки, опять упустил. Ну, мы сейчас посмотрим потом. А ну сколько время? Есть часы под рукой? Скажи, пожалуйста, сколько сейчас точно? Время сейчас 19.35. 19.35 в Харькове, киевское время. 20 сентября. Попался МКС. Это я сейчас его. Ёлки-палки. Быстро летит. Да? Да он ну быстро, представляешь, при таких это увеличениях. Ну он будет и замедляться для нас. То есть он-то со своей скоростью летит, но для нас в кадр его будет легче поймать. Ох, никакой терплячки не хватает. А, вон еще что-то, блядь. А он еще один летит, говорит. Вон еще что-то, он блядь. Ёлки-моталки, да. Что-то такое? Сейчас посмотрю. На плече. Он дальше, блядь, пропадает. Ну, тоже спутник какой-то. Исполит, по-моему. Все пропало. Ну, в тень земли видно, уходим. Да, ты что-то остановился, чуть-чуть заметил. Вот, блядь, смотри, опять увидел, да. Вон он засветился, блядь, чуть-чуть. А, он мигает, это значит самолет летит. Нет, он пропал, все, видите, пропал. Да летит он, я вижу, что же он пропал. А вот, появляется, опа, опять. Что это такое? Да это он через облака просто, ты его-то видишь, ты. Да, наверное, спутник просто, он пролетает. Да. Ну, ладушки, уже шутить. Все. Ладно, сейчас тогда сниму сразу за одним дублем Юпитер с Сатурном. Только их видно, да, постоянно? И так не видно больше? Ну, планеты, Марс еще вылезет чуть попозже. Я сегодня с утра Марс снимал. Ну, нет, да, было? Вообще, уже солнце встало, я прозрел. Я снимал на... Натурально, при солнечном свете я снимал Марс, видно было ледники на полюсе Марса. Так, сейчас я... А вы нам покажете потом видео этого спутника? Да, покажу. Ты на фотоаппарате хочешь посмотреть? Ну, а где? Ну, в Ютубе посмотри. Да, это. Тут на экране будешь. Ну, я сейчас тебе покажу. Подожди, сейчас я досниму. Только не толкни, а вот. Записывай. Это Юпитер, да? Да, Юпитер. Полос на нем видно. Если вы глазок смотришь, там видно полос. Ну, у него же атмосфера есть, как у Земли, облака. Что, в сторону ушел, да? Он уходит. Уходит, да, потихоньку. Еще чуть-чуть поправите. А в нем как облако, знаете, как вам, как шарик, у него сверху чуть-чуть мягкое такое есть. Да это может оптика просто глючит уже. Оптика, ну оптические там всякие. Да не попаду же я. Ты видишь, как я его вылавливаю.
треногу пытаюсь. Видно, да, летит за ним. Ну, конечно, что? Видно было, это спутник что? Рядом с Лебедем. Ну, его спутник. Спутник Ива называется. Рядом с Лебедем. А, видно на нем полосы такие красные, да, такие? Да, да, да. Там есть большое красное пятно. Ну, сейчас... А это, да, наверное, мы видели... Это, наверное, видели, может, какой-то другой, да, спутник что-то летел. Ну, а сейчас спутников же много летает, конечно. Все, спасибо вам. Да не за что, не за что. Так, и где у нас Сатурн? И вот у нас Сатурн. Опа-па. Да что ты бежал? Так хорошо вроде на тебя навелись и на тебе. Так, 20 сентября 2020 год. Посмотрим, что у нас там с МКСом получилось. Даже любопытно. До Сатурна 1 400 000 000 километров, до Юпитера 600, а сейчас 704 километра, забрался. А Луна уже все, Луна уже села. А, не села, елки-палки. Не села, а садится. Как раз за крышу дома. Не моего. Женькиного, по-моему. Но, конечно, тут уже бесполезно что-либо рассматривать. Уже плотные слои атмосферы. Через плотные слои атмосферы мы не осмотрим. Хорошо.